Я вот тут в интернете смотрел насчет Каражала что-нибудь интересненькое и нашел такая минеральная вода сыра Арка. Но я что-то не помню в своем детстве, чтобы такая вода была минералка. А сейчас она у вас в свободном магазине продается или ты вообще что-нибудь про нее слышал? Или была она в нашем детстве, когда мы в юности были в Каражале, или не было такой минералки? Вот я не помню. А, ты пишешь, была в детстве перед развалом Союза, армяне тоже делали, они выкупили детский сад «Космос», и там позже она пропала, теперь давно не видел. То есть в магазине сейчас минералки местной нету вообще, да? Есть другие названия, там всякие разные, короче. Ну, она не каражальская, карагандинская. В общем, получается, что каражальской минералки нету, хотя в Википедии есть очень хорошая статья про каражальские минеральные воды, должна быть очень хорошая вода. Но, к сожалению, я ее не видел, и вы ее тоже, по всей видимости, не видите. Если кто-то ее, может быть, и видел, было бы очень здорово, чтобы какой-то, может быть, ролик сняли или сообщение сделали, потому что минеральная вода – это 10 километров от Каражала. Это довольно-таки интересный такой источник, наверное, есть, да, и можно было бы это все раскрутить, эту тему. И минеральная вода, она очень полезна для здоровья. И продавать, да, заниматься бизнесом таким небольшим. Но почему-то все это дело оставили и забросили. Да, вот такие вот дела. Интересно про минеральную воду, Каражальские минеральные воды, да. Всего вам доброго. В следующем ролике еще тоже что-нибудь интересное про Каражал расскажу. А, еще забыл. Расскажу, как мы минералку делали. Мы брали в геолого-разведочной партии там, и где в карьере у рабочих были такие автоматы с газировкой, и мы брали эту газировочную воду из автоматов, потом добавляли до конфеты Дюшес, и получался прекрасный лимонад, да, то есть самодельный, сами так делали себе газировку или даже лимонад. Можно домашнего производства, да, берешь 3-литровую банку, я обычно брал, набирал газированной воды и туда бросал несколько конфет Дюшеса, и у меня было 3 литра лимонада. Вот такой вот вам совет, если у вас есть какого-то там газировка, то можно делать самим напитки. Пока-пока, до следующего ролика.